Дорогие болельщики Арсенала, мы вас всех поздравляем с Новым годом, с наступающим Рождеством. И, конечно, мы с президентом клуба, с Гурамом Аджоевым, будем все делать для того, чтобы наш Арсенал побеждал, чтобы наш Арсенал звучал, и чтобы это была одна из сильнейших команд чемпионата России. У нас для этого все есть. Самое главное есть желание, самое главное есть болельщики, которые преданы своей команде. И есть опытная команда профессионалов. Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я присоединяюсь к вашим словам. Я хочу поздравить всех с наступающим Рождеством. И, естественно, благодаря вам мы начинаем еще лучше стоять на ногах. И, естественно, вы увидите приобретение футболистов. Спасибо всем болельщикам, то, что вы делаете для нас. Это 12-й игрок. Спасибо вам всем. Арсенал чемпион. Чемпион. С Новым годом! С Новым годом!